Маленький фикс от CRKT и дизайнера Алана Фольца, который разработал серию Минималист. Клинок выполнен из 5 хром 15 молибден ванадий на рукояти G10. Модель называется Ктулху. На обухе есть насечки для удобства. Также этому способствуют ярко выраженные подпальцевые выемки. В принципе, нож довольно приятно держать в руках. В комплекте идет темляк и ножны из кайдекса. Нож можно повесить на шею или закрепить на системе Молли.